Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пенумбру. В предыдущей части мы пугались, короче говоря. Пугались очень сильно и открыли одну дверь. Сейчас, собственно, мы туда и пойдем. Пока что я могу сказать, что эта игра меня очень сильно радует. Именно своей атмосферой и геймдизайном, потому что в первой части с этим было довольно-таки все печально. А здесь же с этим полный порядок. Так, вот эта дверь открылась. И что мы тут имеем? Пока что я вижу только сигнальный факел. И все, что ли? Ящик. Ага. Ой, блин, как мне неохота туда спускаться. Я надеюсь, тут не будет пауков и тому подобной хрени всякой. Ну ладно. Подождите, давайте еще раз осмотрим полочки. Чтобы наверняка. Скотина, ну ладно. Блин, мне не нравится это. Совсем не нравится. Тут у нас завал. Причем очень давний. Я тут не пролезу. Спасибо, Кэп. Куда бы мы без тебя? О, опять эти пиявки. Ах. Твою мать. Ну, как обычно. А, судя по тому, что тут дохрена пиявок, где-то здесь. И судя по этому звуку, где-то здесь, поблизости. Твою мать. Тот самый кольчатый червь. Надо сказать, меня сильно печалит. Кстати говоря, меня очень многие просили прибавить яркость. Это, конечно, по идее, не мои проблемы, потому что если у вас плохие мониторы, то я-то тут при чем. Но давайте чуть-чуть прибавим. Так что... Так, где оно тут? Скажем, сделаем 1.5, чтобы народ не ругал меня сильно. Вот так-то, я думаю, будет видно даже на мониторах с упоротый контр... Ой. Живой. Филипп. Здесь. Какого хера? Какого хера произошло? О, блин. Ага. Так, погодите. Я тут был раньше, да, это же самое начало первой части. И чё? Так, я не понял. Точное изображение этой каюты или нет? Нет. Во-первых, допустим, вот этого стола тут не было, если так уж судить. И в этом ящике чё, но он у нас, по крайней мере, стоит здесь. Что еще тут было? Еще у нас бочка там. Давайте эту бочку подвинем. Я, конечно, не уверен, что какой-то смысл во всем этом есть, но... Почему бы и нет? Так, ну вроде нормально. Че еще? Ага. Что это у нас тут на полке? На полке, по идее, какая-то консерва. А, вот она. Нет порядка без хаоса. Ну ладно, это было странно. Ой, только не эти твари, пожалуйста. Я помню свою реакцию, когда я их первый раз увидел. А это что за хрень? Руки. И что я делаю?
Ой, ток. Блин, опять эти пауки. Может быть, тебя сюда поставить? Ага, хорошо. Нет. Ой. Ну ладно. Это что-то вообще какие-то странные приходы, надо сказать. Так, что дальше? Жертва. Да что происходит вообще, я не пойму. Жертва? Ну, почему вообще колючая проволока на кроватях? Если ты жертва, то тебя... Видимо, сюда надо положить. Какая пакость. Эй, эй. Да что происходит, я не пойму. Блин, где я нахожусь? Что за жизнь такая? Здорово, братень. Опа. Я просто поздороваться хотел. Так, а что это происходит? Подожди. Так, ну судя по всему... Заело. Вот это я сделал правильно, похоже. А теперь, может, по порядку какому-то их, скажем... Нет. Блин, я вообще не понимаю, конечно, что я делаю. Так, теперь... Так, и, видимо, вот так. Тепло. Еще бы я понимал, что это что это вообще такое. Может, теперь ты закрутишься, да? Твою дивизию. Потрогай меня. Так. Это что за рычаг? Я надеюсь, у меня хватать не будет. Руки из стен. Так, а что загорелось? Ага. Ну и вот на такого цвета поставил. Ну-ка давай еще. Так. Где у нас еще? А, вон еще одна. Блин, что я делаю вообще? Мне, честно говоря, не нравятся такие приколы, я поэтому не особо жалуюсь серию Silent Hill тоже. Потому что... Это место наше. Сюрреализм как-то не мое. Обычная пенумбра мне нравилась больше, чем этот непонятный какой-то бред с коврами обязательными. Так, ну ладно. Кровище, что ли? Блин, да что происходит, я не понимаю. Рычаг заляпанный кровью. Здорово. Так, хорошо. Так, рыжий, прости. Надеюсь, теперь ты счастлив. Да, с рыжим у нас не очень хорошо получилось. Ой. Так, я надеюсь, ты остановишься. Фу, ладно. Так, теперь там рычаг, видимо, можно нажать. Хозяин, вот мы здесь. Ладно. Какого хера? Так, бежать, куда бежать?
Куда дальше? Куда бежать? От кого? Че? Куда дальше? Блин, вот сюда похоже. Так, Ой. Ну какого хера? Ну давай. Чё? А нахер, я не хочу даже знать. Ой, только не... Блин, что происходит? Меня слышит кто-нибудь? Что я тут делаю? Кто я? Да заткнись ты уже, блин, у меня камера за это выключит. Я не могу сориентироваться на месте. Почему я их не слышу? Ну все, наконец? Спасибо за помощь. Вы очень помогли. У меня тут экзистенциальный кошмар, а вы даже слова сказать не можете. Ну ладно, я не совсем понял, что это было такое. Но тем не менее, отсюда я, похоже, пришел, да? Да. А это было довольно-таки странно, и не могу сказать, что мне это сильно понравилось, потому что это, по-моему, была просто какая-то тупость. Я люблю, когда ужасы, они как-то имеют под собой хоть что-то, какую-то реальную подоплеку. А такой вот чисто вот горячечный бред, когда хер пойми чё, какие-то руки из стен. Это совсем не мой стиль. Мне оно не нравится. Так, чё я кручу? Будем надеяться, что такого тут будет поменьше, вот обычного такого, обычной пеномбры будет побольше. Так, ладно. Что нам дают эти ящики? Возможно, по ящикам мне нужно на ту сторону. Так, а плавать я умею? Нет? Хорошо, я плавать умею. А задохнуться я, интересно, могу? Так, тут на дне у нас нет ничего. Дренажная система. Давай. Нет, к сожалению, запрыгнуть я не могу, так что ящики, похоже, придется таки двигать. Ладно, физические головоломки меня, как правило, забавляют. Так, вот тебя... Ой, нет. Блин, давайте двигайтесь, ребят. Отлично. И что мне теперь делать? Возможно, в режиме взаимодействия смогу тебя нормально двигать. Нет. Эй. Тихо. Тихо, спокойно. Блин, да какого хера? Хрен поймешь, честно говоря, с этими ящиками. Иди сюда, родимый. Так, отлично. Тебя в режиме взаимодействия. Да как слишком далеко ты, елки-палки? Стой. Ой. Вот так вот. Хорошо. Теперь попробуем подвинуть тебя. Так вот, плыви потихоньку. Я думаю, я двумя ящиками обойдусь. Давай, плыви.
теперь ты. Блин, не могу сказать, что это довольно-таки удобно. А, наверняка тут можно было как-то более изящно решить эту проблему. А, но я, тем не менее, решил ее именно так. Хорошо, мы пробрались дальше. Надеюсь, так хорошо все и будет идти дальше. Так, нам, видимо, наверх. Оттуда пробивается свет. Так. Ладно, нам нужно соорудить лесенку. Да, блин. Так, это что за туалет типа сортир? Хорошо. У нас батареечки и успокаивающий мозг. Ох, это круто. Я даже не хочу знать, что за эта дверь. Пока что давайте потусуем здесь. В толчке у нас ничего нет. В раковине тоже. Зеркало разбито. Ну и видок у меня. Как ты видишь-то, братень? Ладно. Это, я так понимаю, жилая комната. Пуфик. Сигнальная шашка. Хорошо. Так, еще один компьютер. А тут что? Ладно, это незнакомые кнопки, будем нажимать в последний момент. А сначала мы возьмем это что за файл. Лежит и лежит себе. Не мешается. Тут вроде ничего. Телевизор сломан. Жилая неплохая такая комнатушка. Так, игрушка тут у меня маленько покрашилась, потому что мне отписали в скайпе, и, видимо, она с ним не очень хорошо дружит. Так, давайте по новой исследуем эту комнату. Что я тут нашел в прошлый раз? Сигнальная шашка, батареечки. Так, тихо, не убегайте, дорогие. И тут у нас, по-моему, ничего не было. Да, тут у нас пуфик. Ладно, телевизор в плачевном состоянии. Давайте зайдем в компьютер. Возможно, тут мы сможем что-то... А, он включен в сети, понятно. Видимо, все-таки тут надо что-то нажать. Так, самая левая кнопка. Только вот эту можем нажать. Ой, это что это? Ага, хорошо. Нет, это явно не то. Может, телевизор включится? Ладно. Это явно не то, короче говоря. Вот, вот она. Приглашение в видеочат. Да вы гоните. Видок, как будто вы ночевали в канализации. Ну, это не важно. Меня зовут Амабель Свансон. Полагаю, мне придется объяснить вам, что к чему. Эй, вы слышите меня? Мне кажется, передача идет только в одну сторону. На вас направлены камеры. Если вы меня слышите, скорчите какую-нибудь рожицу. О, да-да, смешно, смешно. Отлично, значит, связь есть. Мне нужно вам многое рассказать. Да, да. Прошу вас, я вас внимательно слушаю. Какого черта? Мы упустили вирус. Он уничтожил всю станцию. 3 недели назад мы попытались выбраться наружу через шахты, но все пошло наперекосяк. Один рабочий инуит выбрался. Кого-то схватили, кто-то запаниковал и заблудился. Я побежала, а когда остановилась, поняла, что... Я совсем одна. Вот, кстати, еще один симптом заражения – дежавю. Единственный, кто может нас спасти – это Говард. Он сказал, что вроде бы знает, как уничтожить вирус. Последний раз он был замечен в библиотеке. Но доступ туда есть только у сотрудников нашей организации. Так,
В жилой части кто-то продолжает подавать признаки жизни. Вам нужно найти выжившего и попасть в библиотеку. И попытайтесь разыскать нашего доктора, Ричарда Эминиса. Он странно вел себя, когда я видела его в последний раз. О, это здорово. Так, что я еще забыла? Ах да, не забывайте о признаках заражения. Обнаружен был в наличии. Вы что-то сказали? А, итак, основные симптомы, которые нам известны, это паранойя и звуковые галлюцинации. О, кстати, еще один симптом заражения – дежавю. Хватит уже этого бреда. Черт, у нас проблемы, по-моему. Думаю, вам этой информации будет достаточно. Сейчас я перешлю кое-какие данные о вирусе и открою для вас некоторые двери. А потом можно и поболтать. Понятно. Судя по всему, у нас все симптомы заражения. Это круто. Давайте почитаем мои заметки о вирусе. Это уже второй отчет. Мобель с Вансом. Процесс заражения. Самое плохое в моей работе – это то, что мы учимся на смертях. Временной период – 5 недель. Место – старое столовое, объект исследования – 3 работника древних, заразившиеся вирусом. А древние, кстати, это, похоже, какая-то секта, которая, собственно, этим всем и занималась. С каждым заражением процесс жизненного цикла этого вируса становится все яснее. В дополнение к уже известным симптомам появилась некая финальная стадия, на которой вирус полностью овладевает организмом. Прежде чем впасть в беспамятство, зараженный рассказывает о странных ощущениях. Они сравнивают это с полетом сквозь свои воспоминания. У нас только что было. Что-то типа мысленной полосы препятствий. Ну да, это у нас тоже было. Рассказы прерываются с тем, что какая-то сила овладевает сознанием зараженных, после чего они умирают. Если все эти случаи являются тем, чем они кажутся, ментальным проявлением инфекции, то мы можем лишь догадываться о том, что произойдет с пациентом, избавься он от своих галлюцинаций. Дополнение. Сегодня доктор Эмини сообщил, что у него начались такие же симптомы. Он утверждает, что чувствует себя лучше, чем когда-либо. Буду за ним наблюдать. Доктор Эминиса. Нам, кстати говоря, сейчас нужно найти. Меня беспокоит. Отец где-то рядом, судя по всему. Так, ну давайте посмотрим, что у нас список дел. Нужно найти библиотеку, там последний раз видели Говарда. Нужно идти искать выживших и опасаться некого доктора по имени Эминисис. И заметки у нас понятно, все. В принципе, я думаю, давайте сохранимся. Да. И думаю, на этом мы прекратим эту серию. Продолжим придираться через эти стрёмные подземелья в следующий. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.